Хорош! Хорош, можем вынести, ребята, давайте! Они реально застыли! Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть в Туалет Вар. Если что, ссылочка на игру будет в описании, ребята. В общем, всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Блин! Все-таки игра вообще прикольная. Притом, еще вышло обновление, там много что пофиксили. И, ребят, даже не удивляйтесь, 2 лямчика у меня тут есть, как бы, ребятки, даже не удивляйтесь. Плюс, еще, ребята, появилась реклама. И вот это имба, вот это прям хорошо, потому что раньше только донат был, сейчас есть рекламка. То есть можно спокойно, в принципе, рекламу смотреть. Плюс еще промокоды. Ребят, мне там написали, что еще и плюс в телеге там постоянно бывают, но их удаляют. Я не знаю, вы можете тоже писать тут, кстати, в комментариях, если что. Короче, что мы с тобой имеем? Я тут немножечко прокачался, ребята, да. Я, если что, даже еще не сражался. Я тут уровень бахнул. Я потом понял, блин, надо было уже это все на запись, на самом деле-то, ё-моё. Короче, и большого камерамена тоже прикупил. Ну и даже, понимаешь, блин. Но, первая реакция будет, потому что я говорю, я еще даже не видел. Короче, а так мы играли с тобой за камерамена, вот, спикермена нет, вот, за TV-мена немного поиграли, прикольная, кстати, способность. Вантузмен, вот если честно, я хочу его купить. Ребята, да, покупаем, выбираем оружие, я уже прикупил, но... По факту, давай, наверное, начнем вот, да, вот с этого начнем. Я прикупил, короче, М4, но еще не пробовал, говорю же. Так, давай, атаку еще побольше, дружище. В общем, блин, ну Вантузмен погнали. Хотя будет, кстати, странно, да, то, что Вантузмен как бы не будет драться вантузами, а именно будет... с винтовочкой. Так, ну хорошо, ребятки, погнали. Так, у нас есть пистолетик и вот способность. Но нам нужен скибидист, господа. Нам нужен скибидист, боже мой. Ля, вон он, вон там вот. Так, ну что, Вантуз, готов? Сейчас мы опробуем твою способность. Ничего себе! Хорош! Вантузмен. Блин, ну нам нужен Вантузмен 2.0, если честно. Вот там... Имба-имбой, конечно, будет. Хорош! Урон подкачать, конечно. Ребята, боже мой, да что-то дофига прям толчков. Так, ладно, погнали на босса, в общем. Я понимаю. Калаш неплохой. Так, давай потрошки возьмем. Обязательно, дружище. Все, погнали. Ой-ой-ой, Эмочка! Да, я же ее купил, ну нормально. Блин, способности еще нет! В общем, ребята, в чем моя ошибка? Я вам сейчас расскажу. Дело в том, что я, видишь, 60 уровень-то купил. То есть просто можно вот так вот раз, он увеличивается. Специально, я думал, посвящу вот эту серию именно Camera Woman. Но посмотри, сколько она стоит. 3 кк. Способность режим ярости. Так что, ребята, еще придется нам, я так понимаю, фармить все-таки. Вот, так, магазинчик. Давай хотя бы, наверное, оружие. Придется, видимо, нам покупать. Да, слава богу, хоть пулемет, он, видишь, как бы дешевый. Ну, как дешевый-то на самом деле. Что-то нифига не дешевый. Так, атаку, я думаю, мы прокачиваем. Такс. Все, трямсик. Начать игру. Давай попытаемся сейчас. Блин, я себе усложнил. Ты понимаешь? Я себе усложнил задачу. Прям вообще конкретно. Так, Эмочка. Так, видим босса. Боже мой, а еще не дай бог там будет именно G-Man. Вы же помните, я как бы и славу на маленьком уровне G-Man не мог уничтожить. Так, ну сейчас хорошо, кстати. Лучше сразу, короче, их встречать, ребят. Я вот что понял. Блин, найс, она как снайперка, можно сказать. Тихо, вот сюда вот, братик. Главное, чтобы они меня не окружали. Ой-ой-ой. Фух, слава богу, не задел. Боже мой, их просто тут миллион. Вантузмен, способность! Знаешь, надо, короче, большой TV-мен, спикер. Так, давай вот за камерамена попытаемся, ребята, начать игру. Давай за него лучше, дружище. Блин, ну я просто в шоке. Так, давай. Оп. Ага, отлично, калаш. Вообще, по идее, тогда сразу надо идти. Просто бежать. Не-не-не, пистолет не бери, брат. Эмочку давай, хотя бы ее. Я еще плюс пулемет купил, но... Так, вроде пулемет, ребят, да? Берем. Есть, хорош. Давай, братан, чешем от этих скибиди. Боже мой. Не, это даже наоборот хорошо, ребят, что игра усложняется. Это прям круто, что не стоит на месте. Прикиньте, все время легко было бы. А тут надо еще до босса попробуй доберись. Так, тихо. Вот это забираем патрончики. Найс. Теперь побольше будет. Да не должны догнать. Ну давай попробуем вообще, как пулемет стреляет. Хорош, ребят. Найс. Хороший урон. Такс. Привет, дружище. Ну есть же, ребята, найс. Ну теперь, короче, видишь, Вантузмен, он как бы уже слабенький. Понимаете? То есть я пропустил уже этот этап. Офигеть. Брей, брат, боже, как долго. О боже, нет. Только не G-Man. Быстрей. Там G-Man, боже мой. Так, ну что, готов? Погнали. Хорош, можем вынести, ребята, давайте. Наконец-то я его смогу победить. Так, тихо, главное, чтобы он не подходил. Отходим. Есть. Найс. Просто найс, ребята, отлично. Боже, мы победили его. Блин. Короче, не зря, ребята. Все не зря, отлично. Хотя, на самом деле, он один раз в нас выстрелил и видел, что произошло. Так, в принципе, кстати, платят хорошо. Можно так, мне кажется, нормально фармить. Слушай, уровень. Хорошо. Так, ну, давай дальше. Поглядим, короче, за Вантузмена пока не вариант. Большой камерамен уже может что-то сделать. Так, у нас есть TV-мен и Спикермен. Вот давай, наверное, за большого Спикермена попробуем. Оружие, кстати, было бы прикольное, можно было бы тоже прокачивать, это было бы вообще круто. Такс, ребятки, отлично. Так, погнали. Ну давай. Не, ну сейчас еще, мне кажется, будет лучше, потому что там характеристики все равно вырастают. Ля, какой он здоровенный! Хорош, прям сразу пулемет. Братиш, отлично, все, побежали. Какие у него руки! Хорош! Как уже как миниган какой-то стреляет на самом деле-то. Патроны бы только не заканчивались. Другой базар. Вообще другой базар. Ребят. Пиу-пау-пиу. Найс. Так, уматываем. Кстати, способность мы так и не применили. Надо, по идее, поглядеть на нее. Что думаете? А мы сейчас вот сюда вот. Ну-ка. Офигеть, он, можно сказать, отпугивает. Братан, хорош. Это какой-то отпугиватель ультразвук от комаров. Блин, прикол. Вообще прикол, ребят. Так, отходим. В принципе, пока не догоняют вроде бы. Блин, я бы хотел поглядеть, что Camera Woman будет творить, а? Так, способность, кстати, намного быстрее. Перезагружается, перезапускается. Ухля. Так. Ну, дружище, мне кажется, мы с тобой быстренько распрощаемся уже. Офигеть. Боже мой. Это жесть. Это жесть! Ребят, реально, это просто жесть. Так, ребят, да блин, мы тут быстро сейчас уровни, кстати, будем фармить. Итак, большой TV-мен. Ребята, способность излучает свет, из-за которого туалеты застывают навсегда. Интересно, мы покупаем. Все, денег больше нет, ребята, денег больше нет. Давай, наверное, еще атаку. Здоровье, в принципе, нам особо не нужно. Давай до 30-очки. Все, найс. И вот тут, в принципе, можно пофармить. Я думаю, ну, правда, если честно, 3 ляма это будет, наверное, долго. Ну, не знаю, поглядим, поглядим. Так, офигеть. Слушай, прикольно. Так, их очень много. Ребят, готовы? Они реально застыли! Они что, реально навсегда застыли? Мне прям сейчас интересно. Хорош, ну нам бы пулеметик лучше бы найти бы. Имба, имба, ребята, это просто имба, они реально застыли навсегда. Он родимый, все, ребята. Блин, они что-то отстали? Реально, слушай, отстали, прикинь. Геть. А вот сейчас за Вантузмена попробуй поиграй. Это жесть, это жесть. Так, кто у нас там? Ну, такой. Попробуем, слушай. Давай способность на нем. Понял. Похоже, не работает. Ну, хотя он, по идее, начал отворачиваться. Я просто помню, я ульту еще обычного TV-мена маленького пытался применить на боссе, и что-то не получалось, ребят. Я вот это вспомнил. Нет, давай дальше, в принципе, идти. Погнали. Сейчас нужно, короче, пофармить, я думаю. Хотя, блин, хотелось бы, чтобы денежки вот сразу, если честно, раз и все. Да, ребят. Ну, тогда бы было, на самом деле, не особо интересно, потому что, прикинь, если бы с самого начала можно было бы Титана как бы получить. Так. Потрошки. Они же добавляются, да? Ну-ка, ребятки. Хорош. Ну что сейчас скажете, а? Говнюки. Вначале я действительно что-то вообще не мог никого убить. А сейчас-то пошло. Прокачались. Дружище, вот так вот тебе. Ребят, я вас даже трогать не буду, смотрите. Смотрите сюда. А у него, кстати, вот мне кажется, разработчику на заметку потом чисто, вот кто в очках, чтобы свет-то как бы... Ну, ты понял. Чтоб он не гипнотизировался и не застывал, потому что на нем же очки. Он не должен был получить-то вот это вот. Так, ладно. Ребят, давайте, сколько нам тут идти? Бля, да уже такси проще высыпать, мне кажется. Такс. Ох, какой. Шашлычонок. Шампурыч. Ну что, готов, родной? О, кстати. Тяжеловато было. Кстати, тяжеловато было. Смотри-ка. Эмочка. Пу-пу-пу. Ну, сейчас уже противников, как я понимаю, не будет. Такс. Отлично. 152. Ну, в принципе, нормально. Уже 62 уровень. То есть уровень сейчас быстро будет качаться у нас. Вот что я думаю. Так, атака. Нет, просто надо сейчас до талого просто идти. Но сколько это времени займет-то, конечно, ребят. Это вопросик, да? Так, ладненько. Погнали. Так, где-то он вообще непонятно где, кстати. Ага, все понял. А, так нифига, он прям рядом вообще. Отлично, 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 отлично. Погнали, тут что-нибудь подсобираем. Там вроде как раз пулемет. Все, найс. Другое можно уже и не брать. Нам, я думаю, хватит потрошек. Раз он прям так рядом, ребят. Ну, смотрите. Ну. Или нет, погоди, отдаляется, отдаляется все время круг. Кружочек-то отдаляется, ребятки. Блин, я что-то подумал, что он так близко, так рядом. А по факту, смотри, как далеко мы уже с тобой бежим. Реально, потом тачки надо будет добавить, то все, вообще имба будет. Такс. Дружище, мы с тобой уже встречались, забыл. Давай еще раз. Тебе, видимо, не хватило. Не хватило с прошлого раза. Отлично, найс, ребята, спасли. Кайф. Такс. Камера Woman. Блин, ну я сейчас прям мечтаю о ней, если честно. Прям очень сильно мечтаю. Ух, постараться надо будет. Постараться. Так, окей. Ну чё, погнали. Давай еще, наверное, каточки две мы с тобой рубанем. Такс. Тремсик. Есть, отлично. Офигеть, как можно уменьшаться 300-300. Так, а вот и пулемет, кстати. Так, ребята, я по закоулочкам погнал. Пипец, они там окружают. Блин, главное тут пройти. Ребят! Да все, слава богу, тут можно какими-то такими... Это вот, как, знаешь, как со школы, я помню, возвращался. Не чисто напрямую, да, там как-то идти, а чисто по закоулочкам, чтобы намного быстрее домой. Ребята, компьютеру родному. Побыстрее после школы. Такс. Сейчас, погоди, 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 братик. Отлично. Отлично, живем, живем. Что там у нас? Я, ладно, подбирать не буду. В принципе, я думаю, патронов хватит. Смотри, мы, в принципе, видишь, как быстренько от них уплетаем-то, а? Раз и все. Такс. Не, ну нам уже никто вообще не страшен. Хоть ученый, кипяченый. Защищает, главное, смотри. Чтоб мы, не дай бог, заложника не освободили. Все, хорош. Так, сколько мы с тобой получили? 2400. Блин, посложнее бы босса. Потому что самое такое нормальное, по-моему, за G-Man. Кстати, вот тут G-Man... Смотри. Наш дорогой 3.0-то есть. Блин, я уже запутался, реально. Сейчас столько всяких вариаций их уже. Я реально уже, блин, запутался. Так, все, хорош, ребята. А М-ка уже не такая, заметь. То есть заметил, да, разницу? Нас окружат, не очень будет камильфо. Так, пулемет берем. Ну чё? Да куда ты, пистолет, брат? Блин, нас окружают, быстрее, братишка! Говори, побежали, побежали, побежали. Во, пулемет, слава богу, нашли. Ты маленький паразитенок, ты какого фига тут? Раз, раз, раз. Да, пулемет прям необходимо. Блин, надо было, знаешь, покупать, короче, реально. Сразу пулемет и все. Чтоб больше оружия не было. Чтоб только пулемет и все. Не, ну в самом начале-то понятно. Ну если только задонить, да, вот, вот. Но, ты понял. Так, 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 трямсик. Есть же. Бырей, бырей, бырей. Братан. Во-во-во, где-то тут вроде, да? Да блин, этот кружочек так скамит немножко. А, не-не-не, все, нормально, нормально, нормально. Опять этот. Ну, окей. Ну, за него 4К, да, дают вроде. Давай. Давай, дружище. Погнал. Две пи... Ну, блин, маловато будет. Но это может как раз поуничтожать и этих туалетов всяких. Ну что же, друзья. Я думаю, на этом пока что все. Не знаю, что нас там дальше ждет, но... Бро, обязательно поставь лайкосик, залетай в Telegram, а также ссылочка на игру будет в описании. Бай-бай, дорогой братишка.